Зарплаты бюджетников в следующем году вырастут более чем на 8%, а пенсии увеличатся на 1000 рублей. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова. Материнский капитал в следующем году проиндексируют. Сумма на выплаты на первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка 779 тысяч рублей. Кроме того, с нового года увеличится прожиточный минимум до 14 375 рублей и минимальный размер оплаты труда до 16 242 рублей.